Всем привет! Сегодня приготовим куриный суп с гречкой. Получается вкусно, просто и ароматно. В кипящую воду положим половину курицы среднего размера. Убираем пенку и будем варить 1 час. Не забудьте накрыть крышкой. Гречневую крупу хорошо промыть. Прошел час, картошку нарезаем кубиками. Мясо достаем из бульона и пусть немного остынет. Бульон посолим и добавляем картошку. Мясо немного остыло и нарезаем произвольно. Бульон закипел и всыпаем гречневую крупу. Теперь добавляем мясо. Доводим до кипения и будем варить 20 минут. Пока варятся картошка с гречкой, займемся зажаркой. Лук мелко нарежем. Морковь натрем на крупной терке. Половину морковки отправим в бульон, остальную оставим для зажарки. На разогретую сковородку с растительным маслом выкладываем лук. Жарим примерно 2 минутки и добавляем морковь. Поперчите и посолите. Овощи будем обжаривать около 5 минут на среднем огне. Прошло 20 минут и зажарку отправляем в бульон. Добавляем специи: лавровый лист, куркуму, приправу для супа и смесь ароматных трав. Убираем пенку и пробуем на соль, если надо, подсолить. И будем варить еще минутки 3. Время прошло, огонь выключаем и даем супу настояться примерно 10 минут. При подаче посыпать зеленью. И вкусный ароматный супчик готов. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал «На кухне с Натальей». Буду очень рада!